Всем доброго утра. Сегодня 3 августа 2019 год. Еду на Кызык-Армен, славный город Берислав. Новый парк построю, хочу посмотреть, снять. Смотрю в интернете, очень красиво. Посмотрим, что с этого получится. Я уже в городе Береславе на автостанции. Будем искать этот парк, я еще не знаю где он. Да, тут раньше ж бичка ловили, да, сейчас это карасик. Карасик. Це говорить про те, що воно замулено. Я сьогодні, вчора, вечором, говорить, как вообще стало замуляти, особенно біля Києва. І говорить, воно стає маленьким озером. А там, де стояча вода, то караси живуть більше, а цієї нема. Декомунізація по-береславськи. Так, ми прийдемо, побіді комуністичного труда було написано. Володимир Ильич Ленін. Стерли, от так, все одно, скільки осталось вже. Хто знає, може догадатися. Ладно, пойдем дальше. Ни разу не приходилось снимать в Береславе. Ну вот это я заехал. Вот это рядом с автостанцией. Такие круче. Ой, тут обрыв. Главное, чтобы не грохнуться вниз туда. О, какие-то древние старые строения. Ну, когда-то же была крепость казацкая. Ой. Тут Каховское водохранилище. Это затока такая. Прямо в город заходит. К автостанции. О, это вот вид на Каховскую ГЭС. Там она далеко-далеко.
немножко пасмурно сегодня. На рыбачки. Жена гребет, а муж с уточкой. Да, сейчас схожу, наверное, на ту сторону. Посмотрим. Ни разу не был. Ну, чайки кричат. Ну, на берегу такие старые стены из камня. Даже не знаю, когда это все строилось. Ладно. Пойдем дальше. Ой, господи. Пойдем. На ту сторону сходим и будем искать парк, который депутаты наши построили. Такая узкая тропинка и сразу обрыв. Можно только чуть шаг только сделаю и капец, и ты будешь там внизу в воде. Ладно, пошел. Идем снова к автостанции. Вот так вам. Звалище смеття заборонено. Можно подумать, да? Пожалуйста. Заборонено, так заборонено. Ну, поднимаемся наверх. В город заходим. Такой рыночек у них здесь. Старый город, бывшая турецкая крепость. До сих пор остались такие старые заборчики, дома старенькие. Уже больше года я здесь не был. Сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь. Подошел к берегу Каховского водохранилища. Это у них что-то похожее на пляж, смотрю. Ближе. А на той стороне уже город Кахов. Девочки сказали, что можно подняться по этим ступенькам. Ну, поднимаюсь. Вот. Поднялся. Вот, уже поднялись. Подойду ближе. Сейчас посмотрим. Это все. Все это в начале города, на берегу Каховского водохранилища. Кизык Армен, город Берислав. Добрый день. Ну что у вас, что-то ловится? Там карась с той стороны. А, трава. Перешел на другую сторону. Сейчас я здесь похожу, посмотрю. Да пойдем искать этот парк где-то в центре Ярослава, который наши депутаты выстроили. Это еще раз видно Каховскую ГЭС. Будем идти дальше.
сейчас сниму набережную. Такая вся ракушняки, камни такие, валуны. Девочка, вы местная? Да. А там парк где-то вы построили? Вы были? Прямо. Да. Прямо. Вы так идете, и вы туда попадете, да? Ну, надо снять кино. Интересно. Тут красиво посмотрел, красиво. Хоть что-то в Береславе сделали нормально, да? Конечно. Ну, откуда? С Новой Каховки. А лучше бы честнее, конечно, но ничего. Насчет дорог, я вам скажу, в Береславе дороги в основном все стратегического назначения. Никакой враг, ни на каких танках сюда не доберется. Улица Парковая. Кажется, подошел к какому-то там мини-футбольному полю. Но что-то мне кажется, что здесь трава искусственная. Как-то блестит она неестественно. Ну, хоть так и то. И то хорошо. Наконец-то я попал в парковую зону. Начинаем с фонтана. Пойдем дальше. И сердечко. В самом центре, там у нас у них, точнее, мэрия, вместо памятника Ленина вот такая осталась тумба флагштоком. А напротив вот это парковое, несколько таких стелы. Афганцам. Так, это ЧАЭС. Чернобыльцам. Все тут рядом. Это героям Отечественной Великой Войны. Вечный огонь. Пойдем дальше. Такой ряд сердечек с выходом на фонтан. А вот на набережной, я смотрю, тут все классно. Все новенькое, чистенькое. Травка натуральная. Вот это вот Колыхаев, наш депутат, который избрали Верховный Совет. Постарался, конечно, раскошелился. Молодец, за это спасибо. Площадка. Волейбол, баскетбол. А фонтан здесь вообще шикарный. Класс. Вообще. Да. Спасибо. Охрана здесь даже есть. Это уже хорошо. Ну, что вам скажу, очень даже неплохо. Это старые какие-то сооружения. На берегу Каховского водохранилища. Вот сразу вот такая плиточка. Качественно классная. И памятник сразу Тарасу Григорьевичу Шевченко.
теперь я уже спокоен. Раз здесь побывал, сам увидел своими глазами, а не с интернета. Красиво, конечно, да. Главное, чтобы оно все так было сохранено и чистенько осталось. Да, вот так она должна остаться. Все аккуратненько. Людям приятно прийти отдохнуть. И детская площадка, оказывается, здесь тоже новенькая есть. Для детей. Это уже хорошо. Ну вот люди прогуливаются. Приятно походить там, где чисто и красиво, уютно. Тем более охранник ходит, это уже хорошо. Мне лично понравилось здесь все. Вот это пример, как надо благоустраивать наши города. Ну, перед выборами, но все равно хоть так и то. Туйки насадили, такой рядочек они вырастут, будет красиво, заборчик такой. Ну что сказать, молодцы. Ну что я скажу, предвыборная кампания делает чудеса. Хоть что-то меняется, деньги уходят. Это приятно, на такие благотворительные вещи. Рядом с парком находится районный будинок культуры Тараса Григорьевича Шевченко. Вот так, я и не знал. Так был сколько раз в Бориславе, раньше часто, но так, в центре, туда-сюда, по работе. А вот так прогуляться не приходилось. Ну, наконец-то. В самом центре Борислава мэрия, такая аллейка с роз, красивая. Ладно, дальше не пойдем, нам там делать нечего. Когда-то это был универмаг, даже назывался как-то по-болгарски, вот так как это болгары строили, название было болгарское, уже не помню. А теперь тут разное. Ну, все подряд. Прямо на берегу здесь расположено Бориславское отделение полиции. В таком классном месте. На берегу также рядом с отделением полиции находится центр занятости такой шикарный. Там уже за забором начинается парковая зона. Смотрю, есть еще какой-то спуск здесь к берегу. Сейчас спущусь, посмотрю. Ну раз уже приехал, план был только пару посмотреть. Ну вот раз такая возможность появилась, поснимаю немножко. Ступеньки такие на берег Каховского водохранилища. Нифига себе. Тут надо аккуратненько, иначе можно сбрыкнуть. Ступеньки такие. Все. Как хочешь, так и прыгай, да? Ну что, будем прыгать. Опа! На берегу водохранилища вот такое каменистое. Берег, камни же древние, старые, этой водичкой. Такие скалистые берега здесь.
Поднимаемся наверх. По ступенечкам. Ну, там, да, на том берегу уже город Каховка. Ну, это не все. Там с этого колесо было, было видно. А где колесо было? Где-то там. А у Каховки такой вид сверху. И снова я показываю Каховский лес, за который Новый Каховка. Вот даже храм. Купола светятся, а там за лесом видно купола, да, вот там я там возле храма живу, рядом. Я показал там участок убитой такой дороги, ну, большинство таких, в принципе, по окраинах Бориславия дорог. Ну, вот улица центральная, так, может, из-за этого и асфальт более-менее. Вот, суд городской здесь. Это? Около педучилища. А, возле пед или мед? Не, пед. А, ну мед я знаю, а пед. Вот дивіться, ви спускаєтеся коло больниці, от де церкву роблять, церкву, і коло церкви в самий низ ідіть. І ви упретеся, з лівої сторони буде педучилище, а прямо буде оце цей цех молочний, де оце всяка гадость зливається. А хто хазяїн? Ну, армяни. Я даже, отам вони живуть по Кірова вулиці, ну, вона, він помер уже, а там жінка. А чи сніє, хто вас малочить? Так, да, так. Да. І ніхто, вона їх всіх корме, вони це все за. І ну, тому що чесних нету, воно чуєте? Все. І воно там рядом, ви, по як екології. Ви як будете стоять, ви подивитеся, там цілий ручей, що ви. Знаєте, от екологи приїжджають, я з екологом главним області розмовляю. Я приїжджаю, мені сміються, говорять, ну пиши протокол. А там штраф, там копейки, да, копейки, штраф. Так поробили такі закони. Да, був би штраф хороший, воно боя. А так сміються, говорять, на, ми зараз тобі заплатимо прямо зразу. Це капець, чуєте, це ужас, що робиться. Ну, отак, в Бориславі тут, видите, бюджет слабенький, оттуда вже не дають, а... І зараз, видите, веселі, козацькі, зараз к Новій Каховці всі бігуть. А правильно роблять, просто... тому що Нова Каховка, а то вже ж бардагель кругом. Воно вирізав наші труби, у нас були дачі, чуєте, оце за до Нового Борислава були дачі. Дав команду, вирізали оце, полив, вирізали все, і дачі продав. А тепер а наші дачі остались. Хто продав? Що, повало? А. Да. А тепер наші дачі залишилися без полива. Вона в мене приватизована. А я зробити з нею тепер нічого не можу, бо там нема води. Все. Та, звісно. Бидло оці. Це не руководіть, це бидло. Це ужас. Ладно, пойду зараз дороги. Да. Я вас дуже прошу. Це Карломовий мост. Карла Марса? Так, да, Карла Марса. Ні, подожди, Карла Марса, а зараз вона по-новому. Паркова панується. По-новому, так. Паркова. А там буде Веденська. А там буде Веденська. Ось подивитися, які це ями. Це з двора виїжджать, невиносимо машиною. Бу! Ніхто хто не бачить. Ніхто ну, зараз знімемо, що ж робити? Пускай люди... Я вас дуже прошу. Ні, я все зрозумів. Хорошо, все, удачі вам. Карломовий мост, як до Реса. Я зрозумів, все. Люди просили, умоляли показать эти дороги. Ну, это еще ничего так. Ну, будем сейчас смотреть, где-то там еще. Они сказали, кошмар. Вот, людям наболело, а сделать никто ничего не может, потому что власти их не слышат и не хотят слышать. Ну, вот так люди здесь и живут. Вот так. Приехал снять красоту, но люди просили, умоляли показать их дороги. Даже собаки лают, да? А так, видишь? А такой он Борислав, бывшая крепость Кизыкармен. Там, я помню, легенда такая, что Екатерина проезжала, сказала: бери и слав, то есть поэтому Борислав называется. Ну, это так, по сплетням. Кладбище. Есть старые, еще старые. Можно подойти, сейчас мы подойду посмотрим. Все-таки решил спуститься в балку. Подойти к старому кладбищу. Посмотреть. Дай поснимать.
снимать хоть что-нибудь. Разве я уже здесь? Какая красота. Склоны, балки. Все. Цветет бессмертники. Вот так. Красотища какая. Верблюжья колючка и бессмертник. Спустился вниз балки и направляюсь в сторону кладбища. Какие-то овраги, видите, какие. Бурьян. Вот такая она бывшая крепость, Кизык-Армен. Смотрите, какая красота. Бессмертник, бессмертник. Ладно, пошли вверх. Красотища, а? Попал на кладбище. Такие копанки. Люди что-то здесь берут. И как же пройти? Дальше уже могилы. Домой. И когда на асфальт выйдете, вы побачите, это будет центральная улица, там будет знак. Налево повернули и ровно квартал и автовокзал. А, ну я, да, я что-то пошел по парку потом. Ось, вот тільки що то машина, ось зараз буде вулиця. Вулиця Франка. От на цій вулиці немає ні одного фонаря. Ха! Ну, а от це ж до дороги була, да, балка. От це все, от це до самого того була балка. Це все люди засипали сміттям. Ого. Да. Ну, свалку зробили. На протязі, може, і якихось, навіть не 20 років, а більше. Оце все у нас була балка. Це така балка була, де були такі красиві дорожки, можна було ходити. Тепер там, крім гадюк, і нічого немає. Люди вже на кладбище страшно ходити. Хоч живу тут, тут буквально квартал від кладбища. Ну, зараз знімемо. Так, скажімо. Ну, нехай просто зробив мудрий ход. Та, понятно. Вот, от свалка. Засыпали люди балку прямо возле кладбища. Видите, женщина рассказала мне тут все. Конечно, это да. Рядом с кладбищем такое, но это не, совсем не красит ни город, ни его правители. Ой, так, опять что-то на змею не нарваться. Вот, да, вот балка. А вот свалка. Вот кладбище. Сейчас Соня. Еще русско-турецкая война здесь похоронена. Там Белый крест, надо сходить посмотреть. Я что-то обошел его. Сейчас сходим. Приехал Борислав снимать красоту. А получилось вот немножко по-другому. Встретил бориславцев, жителей. Две женщины, которые увидели во мне корреспондента, но я промолчал, выслушал, записал то, что им наболело, и, конечно же, выложу в интернет, пусть люди смотрят. Проблемы людям хотя бы высказаться, и то им легче станет. Вопрос навряд ли решится, но люди хотят успокоить немножко душу. Когда высказываешься кому-то, она становится легче. Ход на старое Мирославское кладбище. Там такая капличка древняя. Сейчас подойдем ближе. Тишина такая. Рядом с современной могилой старый крест такой, он уже в землю рос. Уже никто не помнит и не знает, кто это здесь. Еще какой-то старый крест. Так, главное как-то подойти, чтобы и на змею не наступить. Или какого-то паука. Иначе будет очень-очень плохо. Ну, так. Так, все-таки дверь открыта. Сейчас зайдем. Ага. Ой-ой-ой. Стульчики стоят. Это. Еще раз. Деревянная вверх. Вот так.
такое. Даже никакой нету таблички, то что является исторической ценностью. Да. Так у нас бывает. Хорошо, хоть не развалили. Вот такая свалка образовалась. И ну все, была балочка, люди говорят. Засыпается мусором. Да. Кому это не надо? Прямо рядом такой крест каменный с надгробием памяти погибшим в русско-турецкой войне. Но почему-то никакой таблички, ничего нету. Металлическая планочка там, не знаю, наверное, что-то было. Ничего больше не осталось. Да, хотя бы побелили, то хорошо. И вот часовня. Также старая. Также никакой таблички нету. Когда, что, по какому поводу она была построена. А женщина говорит, раньше икона там такая внутри была красивая. А сейчас я уже показывал, видели, что там ничего нету. Вот так. Вокруг обхожу, никаких надписей, ничего нету. Еще один старый каменный крест. Также никаких надписей на нем нету. Все, что осталось от памяти. Да. Бетонные столбы остались, когда-то был забор. Ладно. Все, надо как-то убираться, идти на автостанцию. Еще не пострадать. Только что на хвост змеи наступил. Хорошо, хоть под ноги смотрел. Ну, змеи не так страшно, как пауки. Вот. Это опасно. Ну, все, наверное. Что вам скажу? Люди говорят правду. Им все это наболело. Власть их не слышит. Я не готов, даже не знаю человека, как вот мне высказать всю свою боль. Потому что устали уже от этого всего. И сдвигов никаких. Ну, вот такие у них дороги. Мэра, наверное, там возле дома я не был, не знаю, наверное, что нормально будет. А здесь вот так. Ходите, ездите, ломайте руки, ноги, колеса. Это ваши проблемы. Ну, как можно ходить, ездить по этим дорогам? Это ж просто невозможно. Ну, можно ж хоть как-то засыпать, хоть щебенкой это все. Как дороги? Классно! Как дороги, классно у вас. Хорошо. Ну, отдош. Главное, под ноги смотреть, и все будет хорошо. Ну, да. Так. Вот, мамочка, смотри за ребенком. Держи за ручку. А это ловушка для врагов. Как вьетнамцы делали для американских солдат. Ловушки. Дошел в такой совдеповской стиле. Вам тепер, що ми підняли прапор радянської влади на Береславщині. Ну, по закону должны декоммунизировать. Он просто заброшенный, и все, никто его пока не трогает. Хотя еще начало августа, но вот листья уже начинают с деревьев осыпаться. Не похоже, как осенью.
педагогический колледж вітає вас. Ні разу не був під училище в Береславі. Подійшли до меморіальному комплексу. Расстреляли 1202 советских военных пленных и 427 мирных граждан. Вот такой. Здесь как-то хоть порядок наводят. Тут видно, что люди уборочку делали. Веночек даже есть. При въезде в Береслав Т-34. Какая-то церковь еще строится. Ну, сейчас это, не знаю, модно или принято строить церквушки, каждый свою. Мирославское медучилище. Раньше здесь частенько бывал. Уже давно, больше года не заходил в гости. А сегодня выходной все равно. Рядом с автостанцией очень удобно для учащихся. Приехал и сразу на учебу. Вот она там, автостанция. Сейчас я туда иду и еду на Новую Каховку. Ну что, всем пока, до свидания. Кажется, снял то, что думал, и то, что не думал. Каштан уже созревает. Если что?